на одну из наших любимых площадок. Сережа любит там играть на кораблике. Сейчас хотим дать ему вот этот как раз песочный набор и посмотреть на его реакцию. Ты кому звонишь, Сережа? Сережа, у нас для тебя подарок. Папа, дай подарок, Сережа. Серега. Нет, там розетки, Сереж, там не надо. Смотри, какой подарок. Что это такое, Сережа? Что это такое? Что это? Скажи, папа, открывай скорей. Скажи, папа, скорее открывай. Что, Серег, распаковка? Это, Сереж, мама пошла за квасом, а вышла с очередной игрушкой для тебя. Это лейка, Сереж. Давай посмотрим, что здесь. Машинка, грузовичок. Или это самосвал, Вань? Самосвал. Смотри, вот такой медвежонок. Зайчонок. Да, медвежонок. А это кто, Сереж? Тя-тя-тя. Это у нас зайка, тя-тя-тя. А что еще есть, Сереж? Смотри, лопатка. Хорошая лопатка, Вань. Да, грабельки. И вот такой транспорт. Ну что, Сереж, бери лопату, иди грузи. Ой, довольный. Ой, довольный. Давай, пойдем копать. Ой, довольный. Давай. Ой, какая машина. Лейку я пока на себе заберу. Ага. Сереж, он там твою лейку хочет забрать уже. Вот, молодец. И сразу выгружаем. Блин, классная машинка на самом деле, смотри. Сережа. Как мы с тобой гуляем? Как папа гуляет с малышом? И как мама гуляет? Сейчас будем наводить красоту, а точнее, ну, правильно скажем, не расхламляться, а Вань, ты бы как сказал? Я сказал... Когда мы часть увозим. Это... Освобождать место. Это брендинг. В общем, вот это одеялко. Я хочу забрать, кстати, Вань на дачу. Ему... лет 100, наверное. А, вот эту я хочу сейчас поставить вот сюда, а диванчик на дачу отправиться. По поводу вот этого стульчика и столика мы пока решаем, потому что он, в принципе, пользуется популярностью. Так, тут понятно. Эту точно оставляем, потому что у нас комплекс есть на даче. И сейчас будем разбирать вот этот вигвам. Потому что Серега что-то к нему охладел. Пусть немножко соскучится по нему. Заодно можно будет горку постоянно в разложенном виде держать. Это уже не так опасно, чтобы он побольше ползал. Вот, так что вот так сейчас покажу, как будет после. Так, смотрим, что получилось. Пиклера поставила в угол, но я буду его периодически выдвигать вот так на серединку, чтобы он мог вокруг него ползать. Со всех сторон у него был доступ к пиклеру. Банкетку вернула на старое место, она всегда тут стояла. По поводу столика еще подумаем, но пока сюда хорошо встал. Вань, чуть не пугаешь. Так, лошадки здесь временно, пока пылик будет кататься. Тут еще вот у Вани зелень, брокколи, кальраби и мята. Вроде как хочет выйти, но не выходит. Вот и опять дождь пошел. Блин, мы... Да, сейчас пойдем. Лерохи не пойдем? Пойдем. А как дождь? Ну, пойдем. В общем, место теперь... Малины вкусные. Да, места теперь очень-очень-очень-очень много. А сейчас покажу, что творится в прихожей. Вот этот комодик забираем, качелька. Вот этот диван. Кстати, я в Леруа сейчас пойду вот с этой подушкой, чтобы точно попасть в цвет. Хочу кофру купить. Так, тут у нас что? Подушки, постельное, одеяло. А здесь у нас игрушки, контейнеры и шарики для бассейна. И, кстати, немножечко навели порядок на балконе, но здесь практически все-все-все уезжает на дачу. То есть все, что тут есть, все на дачу. И вон еще косилка наша, триммер. Если вы думаете, что я шутила по поводу подушки, то нет. Я реально пришла с ней, но в Леруа, по-моему, ничего подходящего
Нет. Мне, кстати, красные нравятся в последнее время. Красный цвет. Не знаю, смотрите, вот этот. Нет, этот больше в изумрудный уходит. Тут тоже нет. Ну, короче, ничего мне не подходит. Буду дальше искать. А еще мне вот такая вешалка понравилась. Напольная. Всего 2,190 вот там цена. Прикольная, чисто такая, деревянная. Найдите Сережу. Сереж, вылезай, пожалуйста. Стеллажик прикольный, понравился. Но цена 9000. Для дачи дороговато, конечно. Сережа. О, я нашла вариант дачный. 10000. Смотрите, как все аккуратненько. Прям для дачи. Что, сыночек? Пойдем, пойдем, пойдем. Устал. Сережа нашел себе местечко. Удобно, малыш? Удобно? Давай, вставай теперь. Давай ручку. Ждем папу, пока он найдет то, что нужно. Да. Вот так еще мы можем. Да, Сережа. Я просто хожу, охраняю Сережу, а папа делает свои дела. Вань, мы устали тебя ждать. Ой. Мы уже в мебельный магазин сходили. Ничего, все купили. На, забери. Вот ты грабли купил? Да. Красные. Ну, сколько стоит? 191 рубль. О, наша цена. Серега, погнали. Так, наша цена. Забыл. Серега, погнали. Не было другого цвета? Нет. Ладно. Сереж, погнали. Как же круто, когда много места. Мы с Ваней утром проснулись и сами обалдели. Что Сережа делает? Сережа рисует лягушку. У него такие маркеры есть, нам давали по сотрудничеству. Очень они нам понравились. Вот так берете, смотрите, точечный маркер. Раз. И готово. Сереж, это кто? Это кто? Это он так ква-ква. Лягушка, да. Нет, а давай в кружочек. Как, Сережа, кружочки? Молодец. Молодец. Я даю ему по одному, иначе бы... Беде. Он уже весь зеленый. Ой, молодец. Молодец. Сказала, не надо ручками. Но они, кстати, очень хорошо отмываются. Поэтому я не переживаю. Я вам сейчас покажу, вот их сколько здесь. Сколько? 8, да? 8 цветов. И вот такой вот набор раскрасок. Какой хотите. На постарше, на помладше. Лев. Куда ты пошел? В общем, классная идея. Куда ты пошел? Кто это, Сереж? Это кто? Как лев делает? Не, лев как делает? Нет. Вот, молодец. Травку давай зеленую. А льва? Каким льва будем красить? Ну-ка, может оранжевым? Может оранжевым льва покрасим? Давай, закрывай. Так, вот последнюю точку. Закрывай. Так, молодец, молодец. Давай маме. Мама. Да, открывай. Так, ну все, мама выключается. Будет Сереже помогать. Будет в процесс вникать. И пойдем на прогулочку. А покажи еще раз, как лев делает. Ой, как страшно. Смотрите, все точки сам ставит. Ой, молодец, ой, молодец. Мама выключилась, а потом смотрю, как Сережа старается, и думаю, дай опять включу камеру. Молодец, сыночек, молодец. Похлопай себе, Сереж. Сереж, похлопай себе. Ой, ты мой золотой. Все, похлопал. Все, теперь точно пока-пока. Знаете, чем мы занимаемся? Моем Сереже голубику, он прям требует.
Это уже, кстати, вторая порция. Сереж, покажи свою ладошку. Смотрите, после нашего художества. Да, папа дает. Только покажи ладошки. Покажи зеленую ладошку. Ой, какая зеленая. На, мама, подотри чуть-чуть. Так, а что сейчас я... На. Ой, довольный. А покажи ладошку маме. Зеленую ладошку покажи. Сереж. Он не показывал. Нет, да. А вторую зеленую ладошку покажи. Вот она. Не помыли ладошку, забыли. Так, держи крепко, вот так. Ваня хочет еще яблоки помыть. Это мы на улице купили. Походные условия. Ваня, это так выглядит. Че? Это мы с тобой этот, как сказать, готовимся к условиям на даче. Угу. Там будем тоже из бутылки поливать. Да? Ну да, раковины ж нет. Вот. Все, и нет. Возьми салфеточкой хотя бы. Протри. Мы в Леруа уже как за хлебом, да, Вань? Ну, мы, походу, прописались тут. Да. Значит, мы решили сэкономить наш небольшой бюджет и сделать сетки москитные сами. Потому что там прям хорошая, да, Вань, получается выгода. Да. В общем, Ваня сделает сам. Мы сейчас купим рейки и... Ой-ой-ой. Рейки и сетку. И будем делать. Это не рейки. Ну, ладно. Непростительно. Хорошо, у нас прям возле дома он находится. Смотрите, сел в голубику. Теперь домой надо идти переодеваться. Так Сережа развлекается. А что ты не берешь-то? Так мне надо за ним смотреть, Вань. Ну так бери. Вот эти штуки, которые нам нужно. Юль, мы на свет же тоже вот такие вот это самое пустим. Свет, ну, да. Вот в такую войдет. Слышишь? Да, так бери сразу. Вот сколько нам. Только они тоже сменят цвет такой. Серый. Они вот эти два. Слышишь? Не очень заметно. Это на камеру тебе не заметно. Я посмотри. И так смотрю. Ну да, тот белее, да? Сережа нашел себе занятие. Все покрутит. Ну когда вот такие же, блин, они 67. Ну и что там разница-то? Да, бери. Вот такой мы берем сетку. Если расчеты верны, то да, нам хватит. То нам как раз хватит на 4 окна. И стоимость будет 610. Юль, а мы правильно высчитывали? Там же через интеграл. И вот эти панели. А вот вообще есть готовые сетки. Но мы не знаем, сколько она стоит. А сколько ты на сайте смотрел вообще такая сетка? Вообще по калькулятору получается там почти 1600. Одна сетка? Одна, да. Одна. А если самим делать? Если самим, ну смотри, 600 на этот, 100, короче, 200 рублей, 200... Ну, до 250. Короче, это просто мы такие деньжищи экономим. Человек уже немножечко психует, закатил нам истерику. Короче, 1680 мы потратили на все это дело. Сетка, рейки, клей и крепление. Он уже показывает. Мы идем Сереже трамвай показывать, он очень... Любит автобусы, трамвайчики, троллейбусы. А где трамвай? Вот он, да. Ой, какой красивый. Да. Вертолеты мы Сереже тоже показываем. О, еще едет. Да, это старый. Такая у нас прогулка. Ой, а автобусов сколько едет? И троллейбус. Это старый у нас. А вон там стоит новый. Смотрите, какой он. Пока-пока. Маши, пока-пока. Смотри, как он. О. Да, ой. Ой, троллейбус. Что это? Троллейбусы. Смотри, он в шоке. Серега, три троллейбуса сейчас, смотри, сюда поедут. Я его снимаю, а ты отворачиваешь. Так ты подойди. О,
мой Серега. Вот это прогулка. Сережа, вызывай лифт. Лифт вызывай. Молодец, ага. Мы пошли с Сережей гулять, а папа будет грузить машину. Сереж, туда не надо, малыш. Туда не надо, выходи. Нам нужен большой, Сереж. Вон Ваня тоже. Вань, ты уезжаешь? Ага. Да, какая тяжелая. А смотри, как мы твою коляску используем, Сереж. Нашел, чтобы полететь. Ага, заходим. О, тяжелая у папы тележка, да? Беги, беги за папой, скорей. Скорее беги за папой. Ой, какая у папы тележка. Пойдем. Смотрите на эту довольную моську. Привет сказал. У него, видишь, важные дела какие. Ага. Сейчас пойдем переодеваться. Пойдем переодеваться, сынок. Пойдем переодеваться. Посмотрите на него. Покажи животик свой. Вот так. Третий раз мы уже переодеваемся сегодня.